Открытие выставки «Кубань. Рождественский базар» всегда большой праздник для всех участников. Во-первых, выставка предновогодняя и проходит в особой атмосфере. А второе, сегодня организатор выставки, компания «Соут», празднует день рождения. За 28 лет успешной работы компания стала одним из лидеров выставочной индустрии России, организовав более 500 выставок различной тематики. Собирать такие большие выставки и... это наша профессия. Сегодня на выставке «Рождественский базар» и «Кубань» большое количество производителей. Очень приятно, что сегодня у нас на выставке присутствуют и кубанские производители, и производители из других регионов нашей страны. Это и Алтай, и Камчатка, и Ставропольский край, Ростовская область. На выставке «Кубань. Рождественский базар» собрано все, что ищет любой покупатель в преддверии зимних праздников. Здесь можно купить сувениры или подарки для коллег, близких и друзей. А еще качественные продукты на новогодний стол. Все, чем славятся регионы нашей страны. Травы, чай, грибы и ягоды, мед, большой выбор сыра, мясных и рыбных деликатесов. Представленная продукция под брендом «Сделано на Кубани». Это краевой конкурс в области качества. Товары «Кубани» широко известны не только на территории Краснодарского края, но и за ее пределами. И право получить знак «Сделано в Кубани» – это является краевым брендом, знак качества. Нужно победить в конкурсе, пройти определенный отбор тщательно. И можно с уверенностью сказать, что для потребителей это гарантия, что продукция является качественной, безопасной и уникальной. Выставка «Кубань. Рождественский базар» для санаториев-курорта – это отличный шанс заключить договоры на поставку качественной кубанской продукции. Ну а покупатели, кроме разнообразия товаров, ждут ежедневные розыгрыши, мастер-классы и приятные сюрпризы. Ярмарка «Кубань. Рождественский базар» будет работать до 22 декабря в Гранд-отеле «Жемчужина» с 10 до 18 часов. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Николай Тихонов, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».